Это всегда хорошо, здесь можно погулять, встретиться с друзьями. Это замечательно, что такие пространства делают. Екатерина называет себя урбанистом. Ей нравится культура, архитектура и удобство. И все эти три понятия уже в конце этого месяца объединятся в одном месте, в историческом квартале. Осталось только правильно организовать пространство, и улица Горького станет культурным магнитом для молодежи, считает девушка. В первую очередь хочется освещенности, во вторую очередь хотелось бы какие-то лавочки, зелени, может быть, какие-то объекты, связанные с историей города, какие-то стенды, может быть, о зданиях. Сейчас исторический квартал выглядит так. Несколько отреставрированных домов, новая брусчатка, зелень и много рабочих, которые стараются все успеть в срок. Сдача уже в конце этого месяца. Архитектор уверяет, что ничего особенного, на его взгляд, здесь не будет. Главное – это качество и безопасность. Я бы сказал, ничего необычного нет. И задача сегодня проектировщиков, как правило, это не делать что-то необычное, а просто делать хорошо и качественно. Мы хотим, чтобы пространство было безопасным, интересным, безбарьерная среда. Мамы с колясками могли спокойно гулять, не боясь, что их собьет автомобиль. Детям было интересно. А вот в администрации готовы поспорить. Эта пешеходная зона будет не просто комфортной, но и стильной и современной. Город благоустраивает часть исторического квартала. Появится около 2000, даже чуть больше, разноформатных крупномерных деревьев, кустарников, ну, таких больших достаточно, гортензия, ну, вот таких, то есть не просто маленькие кустики. Там будет совершенно другое освещение, то есть абсолютно все кабельные линии там убраны под землю, не будет никаких проводов, то есть там опоры освещения, сами светильники, там устанавливаются столы, диваны, скамейки, то есть малые архитектурные формы будут. Там будет подсветка у деревьев. Исторический квартал – не единственная пешеходная зона в городе. У нас есть маленький Арбат на Дзержинского. Зимой здесь стоят светящиеся деревья, а летом туи. А вот осенью ничего. Это и не нравится красноярцам. Чего не хватает на пешеходных зонах, решили узнать в сети. На сайте 100 городских лидеров. Свой ответ можно оставить до 13 ноября. Мы тоже решили спросить у горожан, что нужно добавить. Чего вам не хватает на вот таких пешеходных улочках? Лавочек. Может быть, освещение еще? Освещение яркого, лавочек. Ну, в принципе, все здесь чисто. Можно гирлянды для красоты повесить. А может быть, зарядных устройств, например? Да, идеально. Зарядки прям можно с проводами, чтобы было удобнее на остановках, чтобы было. Здорово. Не хватает жизни. Нет лавочек, значит, здесь нет людей, которые собираются, общаются. Нет каких-то красивых деревьев, оформлений, чтобы чувствовать, что жизнь продолжается. Ну, сухо, мрачно, одиноко. Не пустовато ли вам? Пусто. Можно было лавочки поставить, потому что как-то совсем. Зелени побольше надо. Организаторы обещают, что результаты опроса передадут в мэрию. А дальше уже там будут решать, прислушиваться к мнению горожан или нет. Анна Кузьмина, Владимир Антонов, новости ТВК.